Угадай, что больше. Мультгрехи и Легофильм 2. Знаю, ты поймешь, где дисклеймер в отчет. Ничего не придумали и оставили такой же стиль логотипов, как в первом фильме. Не творческий это подход. Не творческий. Что? Что? Пацан не таким голосом разговаривал. Мутация в другом возрасте. Алло, сестра тоже. Мы с планеты Дупла. Мы прибыли у вас. На заднем фоне в первом фильме было не так. Только через наши кубики! Особенно мои! Забавно. Где-то наполовину смешно. Видите? Мы! Нет. Не вижу, из чего тут можно собрать сердечко. У фляги дно раздваивается. А потом и сама фляга. Бордюры какие-то. Интересно. Кубики-призраки. Вот так в Лего не сгибаются конечности. Итак, но тут еще и откуда-то предметы появляются. Получается, пока! Разве так было? Погнали! Это разве Аквамен? Джигурмен! Пролью свет! Ребят, я не договорил! Откройте дверь! Ну, пожалуйста! Ну и правильно, плевать на меня! Хороший сетап, дурацкий панчлайн. Пропаганда татух. Осколки больше кружек. Лего-человечки не кричат от боли. Баклажан вместо сахара. Ха-ха-ха-ха. Эммит и друг за другом не поспевают. И кисть руки туда же. Годами только лучше! Да с чего это ты взял? Ничего нового за 5 лет не придумали. А теперь отговорки. Война! 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 Нет! Война! 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 Такой панчлайн можно было сбацать. Война, война, победа! Прицеп с добром где-то в одной из воздушных ячеек. Вот, это гостиная. А это раздвоение. Блин, прикольно живет. Все где-то под боком. Развед... Привет из трансформеров! Это они уже Лего Бэя позвали, что называется. Мотивчик, мне кажется, новый. Да такой же битбокс, как в первом фильме. BPM поменьше и все. Свежие сосиски, Лего Привоз 2019. Привет! Бежим! Ну, где-то на 40% можно и улыбнуться. Все внимание на серийные номера деталей. 40 490 и 60 484 в конструкции не оказалось. Распил бюджета уже и в Лего происходит. Вот как тут на Лего-завод идти? А эти номера каким образом всплыли? Никакие разрушения не влияют на машину. Машинка мощнее дома. Безумная Лего. Дорога ярости. Ничего нового. Ой, тупизм. Они реально не видели обрыва? Откуда такая неимоверная суперсила? Эммит Кейдж Траволта в лего-миллисекунде без лица. Раздекорение Люси. Баллада в нескольких частях. Снимаем уличную обувь. Я сказал снять обувь. В лего-человечках вообще не предусмотрена обувь. Мне нужны злобные мысли. Так, загрязнение, бедность. Люди, кладущие в еду изюм. И без изюма уже было отлично! Отлично? Да это ужасно. И получается, по-хорошему она себе разогнать не может. Звездочки бракованные. Или где взрыв-то? Хватай и рыдай. Хватай еще и рыдай еще. Отстойный панч. Она не проронила слезинки. Какую там еще? Ничего страшного. Никто не пробрался. Совсем непонятно, как это чучело тут оказалось. Такое ощущение, действия инопланетян не поддаются никаким объяснениям. Главным стал бесполезный мужчина. Да ты охренела радикально феминистические мысли толкать в мультфильме? Мизандрия окаянная. Быть на свадебной церемонии сегодня в 5:15. А что? Полузабавное приглашение на инопланетную свадьбу. На треть? Можно улыбнуться. Лего Стайл Анимейшн. Крутотейшн нога отодвигейшн энд раздвоейшн. И в этот момент... Девочка разноцветная витаминка. Гляньте, Лего Блюр отстает. Эх, ярусного дивана! Это диван Трансформер! Лего Диван Трансформер? Деталек для Трансформера маловато будет. Мне не нужно тело, я затушу тебя голыми! Голыми? Чем? Ушами?
Глазами, ноздрями, щеками, волосами или... Лучше попробуем сами. Дикарка готова быть с Эмметом, только когда он крутой и успешный. А как проблема, где твоя офигительность? Эммет! В принципе, он... мягкотелый? Я мягкотелый? Да, чувак, ты полный пупинду. Все обвиняют Эммета, но никто не помогал. Все виноваты в провале, а валят на одного. Ёжик без ножек. Можно почти засмеяться. Здесь отряд самоубийц нужен. То есть Бэтмен подружился с ужасной преступницей и держит в своей команде? Мы все повзрослели, кроме тебя. Повзрослели стоять в сторонке? Лего Сыклу. Держись за корешки, Густик. Мы отправляемся спасать Люсю. И всех остальных пленников, конечно. Почему из него сделали тряпку? Можно же было интереснее все это завернуть. Например, я отправляюсь спасать моих друзей, ну и Люську заодно. И то, может быть, смотря как вести себя будет. Вот это для чего? А если сюда нажать? Похоже, это кнопка питания. Забавно, на целых 89%. И думает, что вы в полном восторге. Так еще хуже. Хороший сетап. Панчлайном все испортило. Это банально. Так что половинка. Пожалуйста, потише. И они ее послушали? Надо было специально продолжать орать. Это же бандитка захватила их. Могу принять абсолютно любую форму. Привет, друзья! Только одну форму приняла Лего-обманщица. Кем бы вы ни были, отпустите нас! Никудышный противник! Ой, бред. Они добровольно прибыли и теперь просят их отпустить. Нормальный сценарий. Чего? Добрее всех злодеек! И командой выстроить, конечно, можешь ты! А мотив мне понравился, и куплет про звездолет, остальное так себе, а про звездолет и класс! Каким образом слова могут оказывать синтетическое влияние? Я и человека-мышь. Человеку-мышь? Соединительное «о» ни к чему тут. Ступенчатые врата! Эммет вместо двери видит ступеньки. Медиаторы для игры на гитаре? А где бэтменская гитара? Рекс, ты сломал мой корабль! Так просто. Чем легче удар, тем выше риск разломать корабль Эммета. Нет ничего, что нельзя не сломать. Частица «не» лишняя. Ты можешь мне помочь? Забудь, малой. То он смелый и мощный, а то трус. Ха-ха, смешно. Не спрашивай. О, ладно. У меня была галактическая миссия. А про Кустик совсем забыл. Зачем его брал? Для показухи. И только. Одиночество давило все сильнее. Блин, чё не нашли новой стиралки для кадра? БУ показывают. Рапторы, меняем курс! Как они друг друга понимают, я не допетриваю. Динозавры визжат и как-то понимают английский. Рекс, обещаю, ты не пожалеешь. Это конец! Мораль такова. Тебе всегда кто-то поможет, если ты надеешься только на себя. Привет! Что это было? Я говорю привет! А где Бабах? Это же типа механизм бомбы запуститься должен. Ну и внезапно тупая отмаза дикарки прокатывает. НЛОшка оглохела немножко. Не слышит ничего. И ношу узкие джинсы. Как круто! Это неудобно. Щекотно! Нога разве должна была пожелтеть? Какой-то странный состав этих частичек. Две змеи аж в никуда улетели. Почему трава из газонокосилки испаряется? Манговый коктейль. Коктейля в стаканчике нет. Из колонки такую фиговину никак нельзя достать. Песня совсем не действует. Но ты танцуешь. Ого, не смотри на меня. Во, нормальная прибаутка. Я думаю о мрачном. Твой мрачный монолог? А? Все черные мысли. Должен повзрослеть и сделать это быстро. Я не могу понять. Взросление непременно должно быть связано с темными мыслями. Как я успел выяснить, лавка тудым-сюдым перемещается. Звонит генерал Катавасия. Капитан Беспредел должен быть. Зад себе не отбей. Дурацкая шутка. Ученик превзошел помощника учителя. Какого помощника? Динозавра? Видно же, луч прошелся по лицу дикарки. Ее не заметили. Вранье. Ногой вот так вот нельзя открыть шампуньское. Капец, они ее на бутылку посадили. На такой скорости должно было гораздо больше деталек отлететь. Почему им не сиделось на одном месте? Где тут космическо-апокалиптический YouTube? Вообще хоть один сайт. Я повзрослел.
как ты и хотела. Зачем из нее делают какой-то культ? Ну все ради нее. Она может вести себя как хочет. Храм космоса выглядит абсолютно по-земному. По моим расчетам, он совершенно одинок, эгоистичен, не уверен в себе. Не расчетам, а наблюдением. По-твоему, одинокий — это один плюс никого равно одинокий? Дай мне шанс! Гадость! Я никогда на тебе не женюсь. У Бэтмена явно психологическое расстройство. Ему надо показаться дядюшке Фрейду. Что он чувствует? Слышь, чё? Булка откуда? Верни французам обратно. Ой, нахрен, вы что, собрались надуть меня прямо в мульте? Где тут то, где тут все? Ладно, кулак увеличивается. А это что такое? Забавно, только почему сам Достер не подплавился? Когда отключится защитный купол? Ударение на другую букву. Нельзя промыть мозги, если предварительно не вымыть волосы. Конструкция храма уникальна, возведена вокруг развлекательного центра в середине. Откуда он все это узнал, блин, нафиг гречка? Точное время 5 часов. Не точное, без 5:05 должно быть. Дать промыть себе мозги и думать о плохом. Чтобы не быть дураком, совсем не обязательно засорять мозг темными мыслями. К чему эта фигня? Дикарка седан, Люся баклажан. Планшет подключен к зарядке. Но никакого индикатора или анимации значка батарейки нет. Абсолютно. 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 Вот где-где, а тут можно было сделать шутку при дубляже. Сказать «абсолютный». Так нет, прошляпили возможность. Явно батарейка неисправна. С 83 до 58 моментально ушла. Чуток ошиблись при анимации. Лишняя звездочка. Не навернись! Банан, оказывается, ясно видит в шоколаде. Просто пулей нащупал колечки. Причем одно из них черное. Все нормально, кроме шеи. Она прям сквозь голову проходит. Расстояние до дверей было больше. Мало я посмеялся над шеей. Про щетину-то сразу и не просек. Она вместе с Рекс-жилетом передалась, оказывается. Доложи обстановку. Вас понял. Где эти частички? Приключений куда больше звездолетов, но все равно недостаточно. Послушай, ты хоть один звездолет в этом мульте построил? Это что такое? Ты что, нарисовал на лице небритость? Что? Нет. Ой, оказывается, не передалась. Плевать на всякие плашки. Не плевать на ногу Эммета. Почему маркер рисует на отражении в зеркале? Ну как бы маркер должен быть направлен на Эмми Рекса? Обратите внимание, две передние панели телефонной будки просто испаряются. А тут вообще лего-плита и кубик припластмассываются и улетают. Рекс Эммет не касается их. Есть подозрение, синих частей маловато, а фары взялись из ниоткуда. 65 миллионов лет назад динозавры вымерли. Отсюда вопрос. Рекс Эммет взял с собой последних в истории, или это все-таки косяк? 50-50. Теннис появился в 19 веке. Раньше было непонятно, как динозавры понимают английский. Теперь хрен пойми, почему они с первого раза хакеры. Да и ладно. Женщины, ну вы просто на пол посмотрите, не мучайте себя. Когда рожаешь, то же самое. Вы правы, родить — это как на лего деталь наступить. Потрясающее сравнение. Нифига у них там за бугром. Пацан ходит в кедах по дому, а женская часть семьи ему даже не может сказать, типа, неряха, сними обувку. Не поскользнусь! Ага! Получилось! Нет! Нафиг так делать? У нас же не дурацкий сюжет с открытым концом. Тем не менее, ну где-то, наверное, на 28% слабее первой части. Суперменчик, ты мне нос ногой зажал. Будет время, уберешь? Так себе забавно. Всему конец, только если мы сдадимся. Тогда мы сдаемся. А это уже лучше, но сетап слабоват. Все у нас ужасно. Все нехорошо. Я едва жива. Все не так прекрасно. Прям хренацкал большой. Оказывается, я предвидел, что такое будет в сюжете. Какой же предсказуемый сюжет вышел. Лучшее лекарство — это гильотина. Сплюнь, болван. Кто это сделал-то? Да не такой же был плащ. Гибкая пластмасса. Ой, не отвлекай, когда я за рулем! На корабле штурвал. Хотя тут вообще ничего нет. Прости, что пыталась тебя переделать. Люська красотка. Нормальная герла оказалась. Мы еще можем быть лучшими друзьями. Друзьями? Все, никакая она не красотка, так себе и то издалека. Я думал, она скажет Эммет. Я ваша навеки. А она... Как-то не так было. Оказывается, такую сцену не с первого дубля можно снять. Она ведь очень сложная. Пропаганда татух. Отстой.
Зачем навязывать? Бредом... Как-то неоднозначно. Поджечь волосы ради шутки. Совершенно негуманно. Лего-клише. Рассудим логически. Подведем итог. Мог ли я где-то быть необъективным? Вопрос. Но так и быть. Все может быть. Еще учтем, что это типа детская игра. Итого 117 грехов.